Друзья, 15 июля 2020 года, будьте здоровы все, коронавирусом не приезжайте. Середина летнего сезона, и вот мы на пляже в Анапе. Сегодня, как видите, волн нету, шторма нет. К заборчику. И все очень чинно на улице, за 30-ч жары. Все чихают и чихают, какие-то приехали народу. Ну, опять здесь не сказать, чтобы много, народу маловато. Ясная солнечная погода. Так что по морю я вам скажу позже, когда сам искупаюсь. Ну вот я искупался, и теперь вам про море расскажу немного. Вкратце, видите, волны небольшие совсем. Вода тепленькая. Хотя мой племяшка там купался тоже, говорит, ой, холодно, холодно, весь мурашками покрылся. Ну, заходить как бы кажется, что холодно, а так, когда потом купаешься, водичка нормальная, просто даже голова немножко, чуть-чуть мерзнет, потому что немножко ветерок, вот сейчас солнце появилось, не так холодно, солнце спрячется, чуть-чуть ветерок, чуть прохладнее. Но вода, я думаю, градусов 24-25 градусов, поэтому все отлично. Вот видите, бананы работают, детишки на бананах едут. Народ после обеда прибавился. В целом, видите, море хорошее, погода отличная, так что приезжайте все. Welcome to Vitezovo Village. Всем пока-пока, чао. Всем салют. Сегодня у нас 15 июля 2020 года. Середина пляжного летнего курортного сезона в Анапе и Витязево. Сейчас я на пляже Анапа. Лазурный берег, так же как в Ницце во Франции, так же и здесь. Погода в Анапе солнечная, 30 градусов, правда переменная облачность, поэтому вот сейчас солнышко выглянуло, до этого солнышка не было. Море достаточно спокойное, вчера был сильный шторм, сегодня волны, как видите, небольшие накатывают. Народу много, вода теплая, 24-25 градусов, так что все приезжайте. Welcome to Vitezovo Village. Всем пока-пока. Чао.